Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Я хочу сразу поблагодарить всех, кто подписывается на мой канал. Особенно в прошлом ролике очень много подписчиков появилось. Мне очень приятно. И благодарю вас за комментарии. Очень хорошие комментарии. У меня непроизвольно улыбка появляется. Таких добрых слов. Очень хорошо на душе. Благодарю вас. Ролик прошлый был о печенье, сугробы. Заходите, смотрите. Печенье очень вкусное и легкое. Попробуйте приготовить и пишите мне в комментарии, как у вас получилось или нет. Понравилось вам на вкус. Сегодня хочу предложить вам лаваш. Обычный, банальный, с творогом и сыром. Как делаю его я. Приступаем. Вот. Мне понадобится творог. Я взяла здесь грамм, наверное, 700, наверное. Вот такой у меня лаваш, их два. Сейчас я покажу. И я буду нарезать. И я немножко вот так разобью творог, потому что он такой кусочками. И вот грамм, наверное, 100 или 70 натерла сыра обычного твердого. Российский вы любой можете взять. Мы очень любим такой лаваш. Я готовлю его очень часто. Вот сейчас ничего не добавляю. Я абсолютно вот делаю так, как все в натуральном. Творог. Сейчас я чуть-чуть его вилочкой разомну. Добавлю туда сыр, перемешаю, все. У меня начинка готова. И нарежу на кусочки лаваш. Вот, дорогие мои, у меня вот таких два листа. Я сейчас чуть-чуть обрезаю края немножко. И нарежу на кусочки этот лаваш. Вам покажу. Не буду вас утомлять, как я режу. Сейчас я нарежу, вам покажу. Так, вот, мои дорогие, вот такими кусочками я нарезала. Это края. У меня получилось 6 штук. Вот так вот. Это с одного листа, у меня их два. И сейчас я покажу вам, как я это делаю, и потом сделаю со второго листа. Сейчас мне понадобится сметана. Я делаю именно так. Мне очень нравится. Я беру вот на каждый лавашик вот так немножко, ну, как бы по треть столовой ложки, что ли, ложу вот так сметанку и полностью размазываю по лаваше. Я всегда так делаю. Мне очень нравится. Вот попробуйте. Это вы этим никак не испортите лаваш. Вот так я размазываю и потом только начинаю ложить начинку. Начинку я приготовила, вот видите, уже вот творог и сыр туда, все, ничего, ни соли не добавляю. Мне нравится вот эта вся, весь естественный вкус, скажем, знаете, вот никакого, в сыре в самом же тоже присутствует соль, вы знаете, да, прекрасно. Вот, и творог, он имеет молочный вкус, и поэтому вот такие натуральные вкусы, лавашик поджарится, как же это будет вкусно. Это просто прелесть. Вот так я каждый кусочек вот так вот намазала просто слегка. И потом сейчас буду класть начинку. Сейчас я все намажу, чтобы вас не утомлять. Все. Мои кусочки размазаны все, намазаны сметаной. И вот так вот я беру, обычно выкладываю начинку на каждый. Распределяю так, чтобы мне хватило на 12 кусочков. 6 вот сейчас у меня здесь. И еще тот лаваш неразрезанный. И вот таким образом я беру, как и обычно, заворачиваем. Ничего заумного нет, потому что масса рецептов лаваша в интернете. Ну, вот так я делаю. Вот так вот заворачиваю края. Вот. И вот так вот раз. Еще чуть-чуть раз. И делаю немножко его как бы плоским. И оно получается как бы равномерно распределяется. Вот видите? И такой чудесный получается. И потом его буду обжаривать на топленом сливочном масле. Очень вкусно. Сейчас я все их заверну. Вот, я поставила сковороду. Она греется у меня. Я добавила сюда чайную ложку топленого сливочного масла. И буду ложить вот так вот эти рулетики с лаваша. На среднем огне
буду жарить до румяности и накрываю я крышкой. Если, конечно, сейчас на этой стороне они впитают немного масла, поэтому, когда я переворачиваю, я чуть-чуть еще маслица добавляю. Вот таким образом они жарятся до румяности под крышкой. Вот такие лаваши получились. Они не очень толстые, но они очень вкусные. Просто супер. Я сейчас попробую. Такой сыр. Они сверху хрустященькая такая корочка, а сами очень нежные. Это мечта. До Нового года. Простите, сейчас дожую. Очень вкусно. До Нового года меньше недели, но хочется чего-то вкусненького. Сейчас я это приготовила на ужин. Мы с мужем сейчас по пару штук скушаем с ряженкой. Ряженку мы делаем сами. Если кому интересно, напишите в комментарии, я обязательно сниму ролик, как мы это делаем. Тоже очень просто, ряженка, настоящая вкуснотища. Правда, сразу хочу сказать, мы делаем ее в мультиварке, у кого есть. Вот, вот такой сегодня продукт я вам показала. Хочу пожелать вам всем здоровья, счастья и благополучия. Подписывайтесь на мой канал, кому интересно, пишите комментарии. Оказывается, комментарии продвигают канал, YouTube продвигает за счет именно комментариев. Я этого не знала, честно скажу. Поэтому по возможности пишите комментарии, чтобы мой канал продвигать вперед. И подписывайтесь, мне очень будет приятно. Делитесь своими положительными впечатлениями. Я всех вас обнимаю и жду на своем канале. До новых встреч!